Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас игрушка под названием Lost Ember. Собственно, перед началом прохождения хочется выразить огромное спасибо Кровоцапочке. Юленька, спасибо тебе за такой подарок, который ты сделала мне на день рождения. Мне очень приятно. Также я говорю огромное спасибо Кирюхе и Mortal Uyutu. Если ты смотришь этот ролик, спасибо тебе за подарок, за игрушку Don't Starve Together. Я понял твой намек, братишка. В общем, игрушка напоминает Spirit of the North. Кто смотрел прохождение на канале, тот вообще прям молодец. Да, собственно, это инди-игрушка. Такая приключенческая, детская, достаточно драматичная, я бы сказал. Ну, в общем, сейчас все сами увидим. Игрушечка вышла в 2019 году. Русской озвучки здесь нету, но есть русские титры, которые мне придется читать. Я знаю, многие жаловались на прошлых роликах, что не нравится, когда я читаю и... В общем, ну, можете читать титры, не вопрос. Короче говоря, я буду озвучивать, а следующую серию, если что, будете читать. Погнали. Так, пролог. Дружба. Я не знаю, из скольких частей состоит эта игра, сколько глав здесь. Но я думаю, что ролики по 20-25 минут будем записывать по мере возможности. Юленька, не ругайся на меня, пожалуйста. Я люблю тебя, солнце мое. В общем, погнали. Пролог. Дружба. Напоминает Spirit of the North. Я в нее еще даже не играл, честно. Так, чуть-чуть чекнул только, хотя бы, чтобы знать, что к чему. Вода будет вести нас, огонь освободит нас, а свет приведет нас домой. Это твой путь в город света. Когда ты сомкнешь глаза в последний раз, то поднимешься к свету, как искры от огня. Все, кто следовал заповедям Янрана, будут приняты. Короче, читайте. Затерянные искры. Hey, come back here. Kalani! В общем, скажу так, что в игрушке заложена некоторая такая какая-то, знаете, мифология, скорее всего. Excuse me. Would you maybe help me with... Oh, hey you. I just need someone to... Что за странный огонек? Я думаю, что это чья-то душа. Мир затерянных душ или что-то в этом роде, скорее всего, да. Oh, good morning. Would you mind helping me with something? I promise it takes just a minute. Так, ну помочь-то я помогу, а что именно нужно? Давайте поговорим со светящейся штукой. Интересно, описали. Thank you. It's in a cave just a bit downhill from here. Это в пещере, там внизу. Я буду сразу за тобой. Ну что ж, давайте пробежимся. Давайте дочитаем. I'm supposed to be in the City of Light. Have you heard of that? It's where all the true Yanran spirits are supposed to go after... After their death. But I've been trapped here by this barrier for so long. I don't know why. I think there's something left for me to do here. And I'm pretty sure the amulet has something to do with that. Святой амулет. Что бы это могло значить? Ну, графика, конечно, выполнена... Такая, знаете, лайтовая, детская, блин, приятная. Ну, не знаю, я сам окунулся в мир детства прямо сейчас.
И чувствуется какая-то такая вот нить добра, что ли. Так, в общем, мы играем за волчицу. Но, как я понимаю, что в этой игре заложена такая штука под названием перерождение душ, перенесение их в разные тела других животных. Короче, давайте пробежимся, куда нам надо бежать. Огонек, я думаю, нам покажет. Красная штуковина, да? Музыкальное оформление, кстати, классное, да, могли заметить? Я не знаю, что за композитор. Возможно, я пропустил титры, но музыкальные композиции здесь прямо-таки берут за душу. Прям приятно слушать такую музыку. Спокойная, умиротворяющая, душевная. Так, дайте-ка я сразу определюсь по управлению. Пробел, прыжок. Нюхать мы ничего не можем. Q отключить... замедление. Интересно. Это какие-то катсцены, что ли, типа просматривать или что? Ладно, сейчас разберемся. Мы правильно бежим-то хоть? Да, в стиле Spirit of the North. Прямо точь-в-точь. Так, мы на месте, окей. Сейчас можно включить замедление? Что это вообще дает замедление? А, ну окей. Так, интересно. Чей-то скелет исследовать. Do you see the amulet? Can you get it out? Давай, волчица, ты же сможешь. Oh, thank you. Ну, блин, сломала скелету руку, ну ладно. I haven't read the Yanran script in ages. What does it say? Амулет? Калани? Калани? No, that wasn't my name. Нет, меня звали не так. This isn't my body after all. Может, это не мое тело? I do remember that name. Угу. Я, кажется, начинаю понимать. То есть этот красный огонек, это... Чья-то душа там. Это ты. The amulet. That's Kalani. Wolf, are you? It's time you reach the light you long for. This lost ember needs your help. Let this aid you on your way. Wow. Прикольно. Она нам дала какой-то особенный дар, а я так понимаю, вот эта девушка, женщина, это мы? Бывшие мы? Мы стали волчицей? Wolf. Класс. Was that you? Were you Kalani in a former life? But that has to mean... You were banned from the City of Light. Но меня не пустили в город света. You're the Lost Ember. А что такое город света? Maybe I can help you reach the City of Light if you'd help me. A true Yanran spirit and a Lost Ember, side by side. Какие-то древние жители. Ну, сейчас, короче, разберемся. Так, позвать своего спутника. I just remember bits and pieces, but I'm sure together we can figure out the way. Так, а по сути, что тогда могло произойти с ней, что она плохого такого натворила, что нас не пускают вот в тот город света? Я чувствую, сюжет очень круто, даже завернут, да. We have to get you across if we're gonna get anywhere together. Let me see if I can find some way to help you. Так, перебраться? Так я тут могу спокойно перепрыгнуть, чё? Не парься, красный огонек. Что стоит волчиться, просто прыгнуть. И что там?
Маленькие пиги. Блин, такие няшки. И... Твоя метка? Что за метка? Не понял. Концентрироваться на животном. Давайте. Вау. Блин, офигенно. Прикиньте, мы, короче, да, как я и говорил, мы можем, походу, из животного в животного просто, блин, переселяться. Я душеход. Точно, душехождение. Кто стоял в свету, а другой на земле. Изгнали из города света по ошибке. Ну, пойдем, пойдем. То есть, город света — это типа, как знаете, какой-то рай, что ли, да? Ведь многие народы верят в перерождение душ, многие люди. Я, кстати, тоже верю в то, что жизнь после смерти существует, и нас ждет всех перерождение душ, скорее всего. Какое-нибудь животное в домашнее. Пишите в комментариях, в кого бы вы бы хотели бы в будущем переродиться. Я бы попробовал бы, если бы повезло, если бы там мне в городе света разрешили бы переродиться вот такого маленького пига. Самое главное, чтобы потом из меня бифштекс не сделали. Да. Так. Забавный момент. Время от времени нажимаете 1, 2 или 3. Это позволит вам увидеть, как некоторые животные едят ягоды. Бесполезные существа, способные только есть ягоды, лежат на земле и нырять за едой. Ага. Fun moments. Окей. Ладно, разберем. Кстати, слышите, да? Хрюши. Они пукают. Я тоже так буду ходить и пукать. Или они так едят? Так, а что, нам надо типа все ягоды съесть? Не-не-не-не. Я на это не согласен. Я хочу узнать. Ой, тихо! Пиги, куда же ты? О, мои. Я хочу узнать. Чем там закончилось, короче, дело в этом городе света? Ну все, Скай начинает брождение. Оу, гриб. Каст, один гриб. Ага. Больше информации доступно в меню грибов. Хорошо, ладно, потом посмотрим. Хотя, может, сейчас. Грибы. Пятнистые короны, стильные, но ядовитые. Янрана делали из него крепкий напиток по особому рецепту. В сочетании с козьим молоком он помогал пережить трудный день. Ага, даже так. То есть мы можем что-то узнать о бывших народах, здесь бродивших, блуждавших, живших. Рюх-рюх-рюх-рюх-рюх. Так. Эти грибочки я собрал. Управление, блин, немножечко мне не нравится. Камера медленно поворачивается. Ну, да, бог с ним. А, вон там обход-то. А зачем я пошел в канаву? Беги, беги, толстый пиги. Блин, он няшка. Он похож на домашнюю, маленькую морскую свинку, кстати говоря. Нежели на какого-то, знаете, такого толстого, жирного хряка, который ковыряется, блин, где-нибудь на ферме, в грязи, находит там, ищет всякие, не знаю, там, корешки, травинки, остатки пищи. Вау, как красиво, невероятно. Lost Ember. Блин, забавно сделано, классно, мне нравится. Глава первая, свет и тьма. Вы можете вернуться к форме волка в любое время. Вау. Погнали. Читаем, господа, не забываем. Кстати, я не посмотрел. Lost Ember, разработчики, они случайно не те, которые создали... Spirit of the North.
Короче, напомните мне в комментарии, если что, окей? Блин, ну приятная игра, конечно, честно. Так, а что за огонь? Огонь. Давай чекнем, да, почему бы нет. Давай узнаем, что к чему, что здесь вообще было. Это больше похоже, да... Не на рай? Это реальность, скорее всего. Наша душа просто ходит по земле. Сейчас будет по-любому какая-нибудь кат-сцена. Вау. Опа. I think we're seeing the past. Wolf, are you doing this? Yeah, yes, do you see the amulets? Амулеты Янрана. Our people, children of the Emperor. Where do you think they were going? Как думаешь, куда они шли? Что? То есть? Мысли. Oh, no. Это бандиты, that's... наверное. Точно. Wait. That's Kalani. Это... Wolf, это я? Это бывшая я? Я был разбойницей, разбойником? Серьезно? So you were a bandit? I suppose that this has to have something to do with why you're not in the City of Light. Ага, меня... Ну вот, понятно теперь, короче. If we can find out more about you, может быть, это случайность? Я, конечно, вот не знаю, честно. What? Это еще что? How did that happen? Что за разлом? Was that the memory? Wolf, do you think that means I can leave? Come on, let's try it. Так, то есть это проход в город света, но мы туда не пройдем, я так понимаю, да? Нас туда не пустят, ну-ка, стой. Оу, да ладно. I'm free? Wolf, I'm free. Я рад за тебя, огонек. I can show you the way to the City of Light. Пойдем, пойдем, разберемся. Может быть, это, come я on. Не знаю, просто стечение обстоятельств каких-то. Может, это даже и не мое тело-то было. Я уверен, наверное, что нет. Под конец будет прям крутая, наикрутейшая развязка. Так, сосредоточиться. Какую пиги я хочу выбрать? Можно как-то выделить особую пиги? Вот эту. Вот эту красненькую. Стойте, стойте, стойте. О, отлично. Катиться. Ну-ка. Блин. Классно, смотрите. Такой шарик забавный. Так, ладно, погнали. Покемончик, покемончик. Куда нам надо идти-то? По дереву не пролезть? А, ну вот здесь спокойно пройти, да? Пролезть под деревьями, ветками. Ага, сейчас, конечно, разбежался ты. А можно как-то обратно трансформироваться в волчицу? Блин. Мне проще на ней играть. Я могу на ней прыгнуть, перепрыгнуть где угодно. Нежели на маленьком пиге. Здесь где-то по-любому должен быть проход. Вот 100%. Так. Там камни. Там не пройти. А здесь... Чем мне дружбаны мои не помогают? Пиги, давайте. Грызите гранит науки. Ну, шучу, гранит науки не надо. Он уже всем и так порядком надоел. Так. Блин, 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 блин. Начинается квест брождения. Начинается квест брождения. Ну, наверное, можно будет по дереву здесь пройти. Подождите. Стой, 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 стой. Развернись, пиги. Маленький, неуклюжий пиги. Оу-ля, как с горочки катится. А, во.
Я же говорю, здесь где-то 100% должен быть проход. Ну, давайте пойдем направо. Отлично. Сюда мы прошли через проход. Классно. А вот интересно, когда мы кушаем, что это нам дает? Пишите в комментариях. И покатились. И-хоу! Я так чувствую, сейчас будет еще какая-нибудь кат-сцена, где мы сюжетик-то уже побольше будем раскручивать, узнавать, да? Опа. Я говорю, разбойники. Куда они идут? Мне еще это напоминает очень, по-моему, игрушку Мидов тоже от Кровоцапки, я не помню. Да, по-моему, да, Мидов, название ее. Где, помните, семья, по-моему... Блин, волков. Маленький волчонок тоже был потерян от семейства. Потерялся и искал, шел по пути мамы своей. По-моему, он, да. Только там не волки были, я путаю. Правильно я, интересно, вообще бегу? Скорее всего, чем нет. Что они делают? Они просто сбрасывают в реку? То есть, весь товар награбленный они сбросили в реку? Оу, уточка! Здравствуйте. Что-то похожее на уточку. Оу. Блин, классно, мы можем летать. Ну чё, полетели? Контрол, лететь вниз, тихо. Спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я знаю, что ты можешь еще плавать, но лучше лететь. У тебя это лучше получается. Нет, на самом деле. Блин, круто. Мне нравятся игры про животных, и это прям вот сейчас эта игрушка мне доставляет такие прям эмоции. Смотрите, мы в маленького утенка переселились. Ну да, да, да. Как и говорилось, возможность играть за многих животных разных. Давайте лучше во взрослую уточку, она быстрее летает, и, блин, мы доберемся быстрее. Парим. Ага. Плавляли украденные бочки. О реке, но куда? Опять барьер? Сейчас разберемся. Стал еще больше? А что сейчас мы его разрушим? Полетели, вон там есть огонь, по-любому там... Какой-либо квест или еще что-то. Я думаю, что, наверное, надо... Хотя нет, останусь на утке. Так. Давай, родная, быстрее. Блин, я прям заигрался, честно. Офигенно. Так, ого, нифига там, блин. Обрывчик, нам надо по-любому, по-любасу его просто перелететь. Там 100% есть возможность где-то перебежать. А, спокойно, это не проблема для нашей уточки. The bandits camp. Так, лагерь разбойников. Сосредоточьтесь, чтобы найти остатки воспоминаний. Хорошо. Т.
то есть в человеческом обличии, когда мы были. Это был наш лагерь бандитов. Собственно, что здесь происходило? Ну, понятно. Награбленное они скидывали в эту реку. С той стороны. И тащили свой лагерь сюда. Плавляли по реке. Да-да-да. Дайте я возьму свою любимую пиги. Наверное, так будет лучше, я думаю, для нас всех. Я думаю, что серии буду я делать по 30 минут. Игрушка интересная. И изучать хочется прям вот, знаете, каждый момент. Блин. The bandits camp. Did you live back here? Seems like you were their leader. Я уже понял, да. Походу, мы были даже еще и предводителем банды. Какой позор. То есть мы ищем воспоминания, мы ищем свой прошлый путь. Интересно. Я, кажется, уже догадываюсь кое о чем. Точно. У нас еще, походу, был ребенок. Имя Вейла. Это ее дочь. Ну а что, собственно, разбойники тоже имели право на то, чтобы делать свои семьи. Ты не была такой уж и плохой. Что, барьер? Мы сломали барьер? Пойдем посмотрим, почему нет. Ну, собственно, если у волчицы была дочь, как я понимаю, то она была не настолько и злой. Все-таки она приносила любовь к детям, к ребенку, к своему. Но зачем именно она занималась грабежами и прочим? Оу, маленький калибри. Офигеть. Блин, здорово. Блин, невероятно. Игрушка, в которой такое сверхбольшое количество поиграть за животных. Мне кажется, это нет ни в одной игре. Такого одиночного прохождения, да, где ты переселяешься в разные души. Офигеть. Где красный огонек? Почему он нам не указывает, куда надо лететь? Блин. Ну ладно, я думаю, что, наверное, скорее всего, в эту сторону. Тут есть какие-то тропы. Блин, птичка на сверхскорости, офигеть. Ну я думаю, что сейчас первую главу мы точно 100%, блин, пройдем. Так, а точно сюда? А. Так, опять люди. Что они здесь делали? А что за люди?
как-то чудным образом я обратно обратился в волка. Блин, насколько огромная площадь, просто офигеть. Очуметь. Не знаю, прямо чувствуется какая-то эмоциональность, честно, прям вот. Ну вот мы и добрались до главы второй, друзья. В общем, давайте на этом закончим. Всем, кому понравилось, пальчик вверх, подписка на канал, ну, все дела. Собственно, пишите, советуйте в комментариях по поводу этой игры, только... Много не спойлерите, да? Скажу так, что игрушка прямо меня затянула. Достаточно интересная в своем жанре. В общем, это была глава первая. Скоро будет глава вторая. Еще раз огромное спасибо Юленьке за подарок. Спасибо. Всем удачи, пока.